Турция не будет подстраиваться по требованиям Европейского Союза и менять свое антитеррористическое законодательство. Если нужно будет пожертвовать безвизовым режимом с ЕС, то Анкара к этому готова. С бескомпромиссным заявлением выступил сегодня турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым. Турция и ЕС обсуждают либерализацию визового режима с 2013 года. В марте стороны решили активизировать переговоры по отмене виз в рамках сделки по ограничению нелегальной миграции в Евросоюз. Анкара обязалась разместить на своей территории беженцев в обмен на миллиарды евро от Брюсселя и свободное перемещение граждан Турции по Европе. Но при условии проведения ряда реформ. В Брюсселе по-прежнему считают турецкое законодательство слишком жестким и нарушающим право на свободу собраний и самовыражения. Именно поэтому ЕС в который раз откладывает срок принятия решения по смягчению визового режима с Турцией, а вместе с ней и с Грузией, Украиной и Косово. Добавлю, что сегодня посол Евросоюза в Турции Ханс-Йорг Хабер подал в отставку.